игры, конкурсы, песни, пляски и сладкие угощения. Все это не что иное, как программа праздника «Зимние забавы» для жителей микрорайона, который организовало территориальное общественное самоуправление «Кожевниковский» при поддержке муниципалитета. Конечно, основной акцент организаторы сделали на детей, которых в высотных домах Чемского микрорайона очень много. И кто из них пришел, тот точно не пожалел. Новогодние зимние забавы, они именно для детей, потому что дети – это наша радость, это наше будущее. Мы всем желаем сегодня с волшебными конфетами хорошего, позитивного настроения и мирного неба над головой. Так как в организации праздника принимали участие сотрудники муниципального учреждения «Стадион», то в числе конкурсов было много спортивных состязаний. В общем, детворе было чем заняться. Понравилась очень елка. Конкурсы очень красивые и прикольные. Также нам довелось дать интервью, мы повлясали немного, покачались на качелях. Поиграли снежки. Да, даже такое успели. В общем, получилось очень круто, мне очень нравится праздник. Я надеюсь, такие будут еще. Будут, если взрослые начнут чаще обращать внимание на занятость детей. И не только в новогодние праздники. Ведь как здорово получилось в этот раз. Ни один из участников конкурсов и соревнований даже не вспомнил о своем смартфоне. А ведь что может быть лучше живого общения? И что интересно, даже родителей увлекла эта программа, полная азарта и веселья. Хочу сказать отдельно большое спасибо родителям. Обратите внимание, родители тоже веселились. Глядя на них, дети получали удовольствие и гордость. Они тоже видели, что родители хотят праздника. Они же в душе дети все еще. Мы всегда с вами ощущаем эту ауру. В любое время, начиная с детства, мы помним, холодное, голодное, в лихое время, мы всегда отмечали эти новогодние праздники. Да, праздник не должен быть каждый день. Однако хочется, чтобы чаще в нашей жизни случались ситуации, которые могут поднять настроение до уровня праздничного.